мазерским произведением Хармса. Мне выпала большая часть. Тембр у меня противный. Но сами заслужили, не надо было в прошлой жизни кошек обижать. Начнем сначала. Случай на железной дороге. Как-то бабушка махнула, и тотчас же паровоз детям подал и сказал: «Пейте кашу и сундук». Утром дети шли назад, сели дети на забор и сказали вороной: «Поработай я не буду, Маша тоже не такая, как хотите, может быть, мы залижем в песочек то, что небо выразило, вылезайте на вокзале, здравствуй, здравствуй, Грузия, как нам выйти из нее, мимо этого большого, не забора, ах вы, дети, вырастала палеандра и, влетая на вагоны, перебыла не того, кто на Лима с перепугу оградил семью валами, вынул деньги из кармана, деньги серые в лице». Ну так вот. А дальше прели все супа, сказала тетя, все чужи, сказал покойник, даже тело опустилось и чирикало любезно, но зато немного скучно и как будто бы назад. Дети слушали обедню, надевая на плечо мышка бегала в передник, раздирает два плеча, а грузинка на пороге все твердила, а грузин, перегнувшись под горою, шарил пальцами в грязи. Выходит Мария, отвесив поклон, Мария выходит с тоской на крыльцо, а мы, забежав на высокий балкон, поем, опуская в тарелку лицо. Мария глядит и рукой шевелит, и тонкой ногой попирает листы, а мы за гитарой поем да поем, да в ухо трубим непокорной тишине. Над нами встают золотые дымы, за нашей спиной пробегают коты. Поем и свистим на балкончике мы, но смотришь уныло за дерево ты. Остался потом башмачок да платок, да реющий в воздухе круглый балкон, да в бурное небо торчит потолок. Выходит Мария, отвесив поклон, и тихо ступает Мария в траву, и видит цветочек на тонком стебле. Она говорит: «Я тебя не сорву, я только пройду, поклонившись тебе». А мы, забежав на высокий балкон, кричим: «Поклонись!» и гитарой трясем. Мария глядит и рукой шевелит, и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо и тонкой ногой попирает листы. А мы за гитарой поем да поем, да в ухо трубим непокорной жены, да в бурное небо кидаю глаза. Чтоб шар уселся у Кремля, поляна круглая готова, до самых пят она кругла, вокруг темно, о ночь китовая.
все деревья пив, все каменья пав, вся природа пуф, все девицы пив, все мужчины пав, вся женитьба пуф, все славяне пив, все евреи пав, вся Россия пуф. Однако наступает наконец. И так последовательность создается, как странно, если бы два события вдруг наступили одновременно. Если вместо двух событий наступит 8 пузырьков. Тогда, конечно, мы полегли. Ответ был чисто краток. В бумагу завернули человека. Бумаги нет. Пришла зима. Два маленьких монолога из поэмы «Месть». Сначала говорит Фауст, а ему отвечает Маргарита. Я в речку кидаюсь, но речка шнурок, за сердце хватаюсь, а сердце творог. Я в лампу смотрюся, но в лампе гордон, я ветра боюсь, но ветер картон. Но ты, Маргарита, ни-ни и ни-не, как сон, Маргарита, приходишь ко мне. Усы молодые колечками бьются, и косы золотые потоками льются. Глаза открывают небесные тени, и взглядом карают и жгут или тени. Стою к Маргарите, склоняя мисон, но ты, Маргарита, и призрак, и сон. В легком воздухе течение, столик беленький летит, ангел, пробуя печенье, в нашу комнату глядит. Милый Фридрих, Фридрих милый, спрячь меня в высокий шкаф, чтобы черт железный вилы не пронзил меня куда. Встань послушный, встань любезный, двери камнем заложи, чтобы черт водой железной не поймал мои ключи. Для тебя, покинув горы, я пришла в одном платке, но часы круглы и скоро быстрый дни на потолке. Мы умрем, потухнут перья, вспыхнут звезды там и тут, и серьезные деревья над могилкой возрастут. Дальше говорят ученица и учитель, школьница и учитель. Школьница. Смотрю в окно и вижу птиц, волки. Смотри в стопку на дно и пестиком зерна толки. Я не могу толочь эти камушки, они, учитель, так тверды, моя же ручка так нежна. Подумаешь, какая княжна, скрытая теплота, пара образования должна быть тобою изучена. Учитель, я измучена непрерывной цепью опытов. 5 суток я толку, и что же окоченели мои руки, засохла грудь, о Боже, Боже! Скоро кончатся твои муки, твое сознание прояснится,
Ах, как скрипит моя поясница! Смотри, чтоб с трубком все звенело, и зерны щелкали под пестиком. Я вижу, ты позеленела и ноги сложила крестиком. Вот уже 11-й случай припоминаю. Ну что за притча? Едва надужится бедняжка, уже лежит холодный трупик. Как это мне невыразимо тяжко. Пока я влез на стул и поправлял часы, чтобы гиря не качалась, она несчастная скончалась, не докончив образование. Ах, дорогой учитель, я постигла скрытую теплоту пора образования. Прости, но теперь я тебя расслышать не могу. Хотя послушал бы охотно, ты стала девочкой бесплодной и больше не губу. Дальше говорит окно. Я внезапно растворилась, я дыра в стене домов. Сквозь меня душа пролилась, я форточка возвышенных умов. Господи, среди бела дня накатило меня, лишь мне лечь заснуть, Господи. И пока я сплю, накачай меня, Господи, силою Твоей. Многое знать хочу, но ни книги, ни люди скажут мне это. Только Ты просвети меня, Господи, путем стихов моих. Разбуди меня сильного к битве со смыслами, быстрого к управлению слов и прилежного к восхвалению имени Бога во веки веков. Выбор дней. Скажу вам грозно, хвост мудрого человека опасен беспечному лентяю. Чуть только тот забудет название года, хвост обмахнет пыль памяти безумца. Прощай тогда речей свобода. Уже выкатывает солнце новые дни, рядами ставит их на выбор. Скажу вам грозно, лишь мы одни, поэты, знаем дней кадыбр. Дни, дни клонились к вечеру, а утро было точно обрезано, отсутствовало при начале дня. Сразу-сразу засветало солнце, поднимая растения в надземные местности, раскрывая чашечки цветов и заставляя воду из рек испаряться в надземные местности. То человек спал в виде сон, то сразу шел в мохнатой волочной шапке продавать свое имущество или по иному какому делу, или просто удил рыбу, приговаривая: «Удись, удись, голубая сестра». День становился добрым, и вдруг на Неве грохотала пушка, называя полдень. Так страшно неожиданно, что на мосту два дровосека подпрыгнули, ударив тяжелыми сапогами по камню. В эти дни дьявол разгуливал по улицам в образе часовщика, предлагая свои услуги. Ходит путник час полночный, носит в сумке хлеб и сыр, а над ним цветок порочный
вырастает в воздух пар. Сколько влаги, сколько неги в том цветке, растущем из длинной птицы в быстром беге, из окна летящей вниз. Вынул путник тут же сразу пулю, дочь высоких скал. Поднял путник пулю в глазу, бросил пулю и скакал. Пуля птицы впилась в тело, образуя много дыр. Больше птицы не летела, ни цветок не плавал пар. Только путник в быстром беге повторял и вверх, и вниз. Ах, откуда столько неги в том цветке, растущем из? Шура, Коля и Федя сломали дверь и громко смеялись своей забаве. Но вот пришел сам математик и выдрал их ремнем. Сколько тут было крика и шума. Из Вены приехала Мария Абрамовна и долго ворчала, узнав, как тут без нее вели себя молодые люди. Но это неверно, ибо молодые люди всегда хотят кому-нибудь насолить и все делают очень быстро, а к старости все дела замедляются. Не от лени, а именно от старости. Но уж лучше, когда от лени. А когда старый человек начнет что-нибудь рассказывать, это всегда длится очень долго, и рассказ конца не имеет. Только какой-нибудь случай заставляет замолчать старого человека. Пароход идет на Елагин остров. На лице твоем, подруга, два точильщика жука начертили 102 круга, цифру 7 и букву К. Над тобой проходят годы, хладный рот позеленел, лопнул глаз от злой погоды. В ноздрях ветер зазвенел. Что в душе твоей творится, я не знаю. Только вдруг может с треском раствориться дум твоих большой сундук. И тогда понятен сразу будет всем твой сладкий сон. И твой дух, подобно газу, из груди учиться вон. Что ты ждешь? Планет смятенья или движение звездных толп? Или ждешь судеб сплетенья, опершись рукой на стол? Или ждешь, пока желание из небес к тебе слетит, и груди твоей дыхание мысль в слово превратит? Мы живем неполным ходом, не считаем наших дней, но минуты с каждым годом все становятся видней. С каждым часом гнев и скупость ловит нас в свой мрачный круг, и к земле былая глупость опускает взор вдруг. И тогда, настроив лиру и услышав лиры звон, будем петь, и будет миру наша песня точно сон. И быстрей помчатся реки, и с высоких берегов будешь ты, поднявши веки, бесконечный ряд веков наблюдать холодным оком нашу славу каждый день. И на лбу твоем высоком никогда не ляжет тень.
Не жучит, прохладно, и тень от гор ложится в поле, и гаснет в небе свет, и птицы уже летают в сновидениях, и дворник с черными усами стоит всю ночь под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок, и в окнах слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. Проходит день, потом неделя, потом года проходят мимо, и люди стройными рядами в своих могилах исчезают. А дворник с черными усами стоит года под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. И в окна слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. Луна и солнце побледнели, созвездия форму изменили. Движение сделалось тягучим, и время стало, как песок. А дворник с черными усами стоит опять под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. И в окна слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. Вот диалогическое произведение, где говорит сначала Николай II, потом говорит его жена, императрица Александра Федоровна. Девочка упала. Нехорошо. Я запер дверь. Теперь сюда войти никто не сможет. Я сяду возле форточки и буду наблюдать на небе ход планет. Планеты, вы похожи на зверей, да солнце лев. Планет, владыка, ты небо властелин, ты царь. Я тоже царь, и мы с тобой два брата. Свети ко мне в окно, мой родственник небесный. Пускай твои лучи войдут в меня, как стрелы. Я руки разверну и стану, как орел. Взмахну руками и на воздух с землей простившись отлечу. Прощай, земля, прощай, Россия, прощай, прекрасный Петербург. Народ бросает кверху шапки, и артиллерия гремит, и едет в лентах князь Суворов, и князь Кутузов едет следом, и Ломоносов громким басом зовет солдат на поле брани. И средь кустов бежит пехота, и едет по полю фельдмаршал. Коля, ты тут? Да, тут. Войди, пожалуйста. Я не могу войти. Ты запер дверь. Открой скорей. Мне надо тебе что-то сказать. Сейчас открою. Открывает хой. Ты что-то делал у окна? Тебя Адам Адамыч со двора увидел и, сильно напугавшись, прибежал ко мне. Да, это совершенно верно. Я протирал оконное стекло. Оно немножко запотело, я подумал, дай протру. Но ты же мог позвать лакея. Я Митьку звал, но Митька не пришел. Тогда позвал бы Вальтазара. А Вальтазар сидит на кухне, он крутит с девками любовь. А ты скажи мне, где Адам Адамыч? Адам Адамыч в розовой гостиной ведет беседу с Воробьевым. У Воробьева дочь Мария бежала в Тулу с женихом. Да что ты говоришь? Вот это новость! А кто жених ее? Как будто Стасов. Как Стас? Да ведь он
старик почтенный. И старики бывают плитки на ходу. Да, удивительно, как создан мир. Все мертвое спешит исчезнуть, а все живое день и ночь себе старается увековечить. И будь то роза, рыба или человек, везде, везде любовь царица. О, Стасов, ты старик, и борода твоя серебряного цвета. Перо дрожит в твоей руке, твой голос утерял былую силу, твоя нога на поворотах стала шлепать, и многих блюд желудок твой уж больше не приемлет. Но все по-прежнему стучит в волнении сердце, и все по-прежнему шалит в тебе коварный бес. Сюда идут Адам Адамыч с Воробьем, поправь прическу и одерни свой шлафрок. Здравствуйте, 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 говорит Воробьев. Оставив личные заботы и суету бесчисленной родни, сойдемся лучше для работы и посвятим работе наши дни. Однажды утром воробей ударил клювом в луг пырей и громко крикнул лук пырей: «Будь проклят, птица-воробей! Навеки проклят воробей! От раны чахнет лук пырей, и к ночи в мертвый лук пырей свалился мертвый воробей». Одной маленькой девочке на носу выросли две голубые ленты. Случай особенно редкий, ибо на одной ленте было написано «Марс», а на другой «Юпитер». Однажды один человек, чувствуя голод, сидел за столом и ел котлеты. А рядом стояла его супруга и все говорила о том, что в котлетах мало свинины. Однако он ел и ел и ел и ел, покуда не почувствовал где-то в желудке смертельную тяжесть. Тогда, отодвинув коварную пищу, он задрожал и заплакал. В кармане его золотые часы перестали тикать. Волосы вдруг у него посветлели, взор прояснился. Уши его упали на пол, как осенью падают с тополя желтые листья. И он скоропостижно умер. На смерть Казимира Малевича. Памяти разорвав струю, ты глядишь кругом, гордостью сокрушив лицо, имя тебе Казимир. Ты глядишь, как меркнет солнце спасения твоего. От красоты якобы растерзаны горы земли твоей. Нет площади поддержать фигуру твою. Дай мне глаза твои, растворю окно на своей башке, что ты, человек, гордостью сокрушил лицо. Только муха жизнь твоя и желание твое жирное снеть. Не блестит солнце спасения твоего.
гром положит к ногам шлем головы твоей. Пе, чернильниц слов твоих, тр, желание твое, оголтон, тощая память твоя. Эй, Казимир, где твой стол? Якобы нет его и желание твое, тр. Эй, Казимир, где подруга твоя? И той нет, и чернильницы памяти твоей, пе. 8 лет прощелкало в ушах у тебя, 50 минут простучало в сердце твоем, 10 раз протекла река пред тобой, прекратилась чернильница желания твоего, тр и пе. Вот штука-то, говоришь ты, память твоя околтом. Вот стоишь ты, якобы раздвигаешь руками дым, меркнет гордостью сокрушенное выражение лица твоего, исчезает память твоя и желание твое. Знаю, почему-то все думают, что я гений. По-моему, я не гений. Вчера говорю им: послушайте, какой же я гений? Они мне говорят: такой. А я им говорю: какой же такой? Они не говорят, какой, только и говорят, что гений, гений. А по-моему, я все же не гений. Куда ни покажусь, сейчас же начинают шептаться и на меня пальцем показывают. Ну что это в самом деле, говорю я. Они мне и слова не дают сказать. Того и гляди, схватят. И понесут. На руках. Господи. Пробуди, душа моя, пламень твой. Освети меня, Господи, солнцем твоим, золотистый песок разбросай у ног моих, чтобы чистым путем шел я к дому твоему. Награди меня, Господи, словом твоим, чтобы гремело оно, восхваляя чертог твой. Поверни, Господи, колесо живота моего, чтобы двинулся паровоз могущества моего. Отпусти, Господи, тормоза вдохновения моего, успокой меня, Господи. И напои сердце мое источником дивных слов твоих. А вот один человек лег спать верующим, а проснулся неверующим. По счастью, в комнате этого человека стояли медицинские десятичные весы. И человек этот имел обыкновение каждый день утром и вечером взвешивать себя. И вот, ложась накануне спать, человек взвесил себя и узнал, что весит 4 пуда 21 фунт. А на другой день, утром, встав неверующим, человек взвесил себя опять и узнал, что весит уже всего только 4 пуда 13 фунтов. Следовательно, решил этот человек, моя вера весила приблизительно 8 фунтов. О Пушкине. Трудно сказать о Пушкине тому, кто ничего о нем не знает. Пушкин – великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкин – ничто. И Александра I, и II, и III – просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным – пузыри. Только по сравнению с Гоголем
Пушкин сам пузырь. А потому, вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе. Хотя Гоголь так велик, что о нем и написать-то ничего нельзя. Поэтому я буду все-таки писать о Пушкине. Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу. А у одной бабушки было во рту только 4 зуба. 3 зуба сверху и 1 внизу. Жевать бабушка этими зубами не могла. Собственно говоря, они были ей ни к чему. И вот бабушка решила удалить себе все зубы и вставить в нижнюю десну штопор, а в верхнюю маленькие щипчики. Бабушка пила чернила, ела бурачки, а уши прочищала спичками. У бабушки было 4 зайца. 3 зайца наверху и 1 внизу. Бабушка ловила зайцев руками и сажала в маленькие клеточки. Зайцы плакали и чесали задними ногами свои уши. Зайцы пили чернила и ели бурачки. Зайцы пили чернила и ели бурачки. Шел Петров однажды в лес, шел и шел, и вдруг исчез. «Ну и ну», — сказал Бергсон. «Сон ли это?» «Нет, не сон». Посмотрел и видит ров, а во рву сидит Петров. И Бергсон туда полез. Лес и лес, и вдруг исчез. Удивляется Петров. Я, должно быть, нездоров. Видел я, исчез Бергсон. Сон ли это? Нет, не сон. Два человека разговорились. Причем один человек заикался на гласных, а другой на гласных и на согласных. Когда они кончили говорить, стало очень приятно. Будто потушили примус. Однажды по дорожке я шел к себе домой. Смотрю и вижу, кошки сидят ко мне спиной. Я крикну: «Эй, вы кошки, пойдемте-ка со мной! Пойдемте по дорожке, пойдемте-ка домой! Скорей пойдемте, кошки, а я вам на обед из лука и картошки устрою винегрет». «Ах, нет, — сказали кошки, — останемся мы тут». Уселись на дорожке и дальше не идут. Они летят, как ласточки, а мы летим, как палочки. Часы стучат на полочке, а я сижу в ермолочке. Они летят, как рюмочки, а мы летим, как ласточки. Сверкают в небе лампочки, а мы летим, как звездочки. Так а там же еще? Нет. 3
А у меня не написано. Три стихотворения написано у меня. Читайте, Владимир. Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики нужно купить. И сразу столпился народ на дороге, шумит и галдит, и на кошку глядит, а кошка от счастья идет по дороге, от счастья по воздуху плавно летит. Когда сон бежит от человека, и человек лежит на кровати, глупо вытянув ноги, а рядом на столике тикают часы, и сон бежит от часов, тогда человеку кажется, что перед ним распахивается огромное черное окно, и в это окно должна вылететь его тонкая, серенькая человеческая душа. А безжизненное тело останется лежать на кровати, глупо вытянув ноги, и часы прозвонят своим тихим звоном. Вот еще один человек уснул. И в этот миг захлопнется огромное и совершенно черное окно. Человек по фамилии Окнов лежал на кровати, глупо вытянув ноги, и старался заснуть. Но сон бежал от Окнова. Окнов лежал с открытыми глазами, и страшные мысли стучали в его одеревеневшей голове. Что это было? Я шел однажды вдоль болота, в галошах, шляпе и очках. Вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках. Я побежал скорее к речке, а он бегом пустился в лес, к ногам приделал две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял в речке, и долго думал, сняв очки, какие странные дощечки и непонятные крючки. Судьба жены профессора. Сейчас немножко уже я буду один долго читать. Терпите. Однажды один профессор съел чего-то, да не то, и его начало рвать. Пришла его жена и говорит: «Ты чего?» А профессор говорит: «Ничего». Жена обратно ушла. Профессор лег на таманку, полежал, отдохнул и на службу пошел. А на службе ему сюрприз. Жалование скостили вместо 650 рублей. Всего только 500 оставили. Профессор туда-сюда, ничего не помогает. Профессор к директору, а директору в шею. Профессор к бухгалтеру, а бухгалтер говорит: обратитесь к директору. Профессор сел на поезд и поехал в Москву. По дороге профессор схватил грипп. Приехал в Москву, а на платформу вылезти не может. Положили профессора на носилки и отнесли в больницу. Полежал профессор в больнице не более 4 дней и умер. Тело профессора сожгли в крематории. Пепел положили в баночку и отослали его жене.
Вот жена профессора сидит и кофе пьет. Вдруг звонок. Что такое? Вам посылка. Жена обрадовалась, улыбается во весь рот. Почтальона полтинник в руку сует и скорее посылку распечатает. Смотрит, а в посылке паночка с пеплом и записка. Вот все, что осталось от вашего супруга. Жена ничего понять не может, трясет паночку, на свет ее смотрит. Записку 6 раз прочитала, наконец сообразила, в чем дело, и страшно расстроилась. Жена профессора очень расстроилась, поплакала 3 часа и принесла баночку с пеплом хранить. Завернула она баночку в газету и отнесла в сад имени первой пятилетки Шендобрически. Выбрала жена профессора аллейку поглуше и только хотела баночку в землю зарыть, вдруг идет сторож. «Эй!» – кричит сторож, – «ты чего тут делаешь?» Жена профессора испугалась и говорит, да вот хотел лягуш в баночку наловить. Ну, говорит сторож, это ничего, только смотри, по траве ходить воспрещается. Когда сторож ушел, жена профессора зарыла баночку в землю, ногой вокруг притоптала и пошла по саду погулять. А в саду к ней какой-то матрос пристал. «Пойдем-ка, пойдем», — говорит, — «спать». Она говорит, «зачем же днем спать?» А он опять свое, «спать, да спать». И действительно, захотелось профессорше спать. Идет она по улице моей, спать хочет. Вокруг люди бегают какие-то синие да зеленые, а ей все спать хочется. Идет она и спит. И видит сон, будто идет к ней навстречу Лев Толстой и в руках ночной горшок держит. Она его спрашивает, что же это такое? А он показывает ей пальцем на горшок и говорит, вот, говорит, тут я кое-что наделал, а теперь несу всему свету показывать. Пусть, говорит, все смотрят. Стала профессора тоже смотреть и видит, будто это уже не Толстой, а сарай. А в сарае сидит курица. Стала профессорша курицу ловить, а курица забилась под диван и оттуда уже кроликом выглядывает. Полезла профессорша за кроликом под диван и проснулась. Проснулась, смотрит, действительно, лежит она под диваном. Вылезла профессорша из-под дивана, видит, комната ее собственная. А вот и стол стоит с недопитым кофе. На столе записка лежит. Вот все, что осталось от вашего супруга. Всплакнула профессорша еще раз и села холодный кофе наливать. Вдруг звонок. Что такое? Ходят какие-то люди и говорят, поедемте. «Куда?» – спрашивает профессор. «Сумасшедший дом», – отвечает. Профессорша начала кричать и упираться, но люди схватили ее и отвезли в сумасшедший дом. И вот сидит совершенно нормальная профессорша на койке в сумасшедшем доме, держит в руках удочку и ловит на полу каких-то невидимых рыбок. Это профессор.
только жалкий пример того, как много в жизни несчастных, которые занимают в жизни не то место, которое им занимать следует. И последнее. Но ты не очень-то фрякай, сказал Бакин Ракукин. Ракукин сморщил нос и неодобрительно посмотрел на Бакина. Чего глядишь, не узнал? Спросил Бакин. Ракукин пожевал губами и с возмущением, повернувшись на своем вертящемся кресле, стал смотреть в другую сторону. Бакин побарабанил пальцами по своему колену и сказал: «Да вот дурак! Хорошо бы его по затылку палкой хлопнуть!» Ракукин встал и пошел из комнаты, но Бакин быстро вскочил, догнал Ракукина и сказал: «Постой! Куда помчать? Лучше сядь! Я тебе покажу кое-что!» Ракукин остановился и недоверчиво посмотрел на Бакина. «Что, не веришь?» – спросил Бакин. «Верю», – сказал Ракукин. «Тогда садись вот сюда, в это кресло», – сказал Бакин. И Ракукин сел обратно в свое вертящееся кресло. «Ну вот», — сказал Бакин, — «что сидишь в кресле, как дурак?» Ракукин подвигал ногами и быстро замигал глазами. «Не мигай», — сказал Бакин. Ракукин перестал мигать глазами и, сгорбившись, втянул голову в плечи. «Сиди прямо», — сказал Бакин. Ракукин, продолжая сидеть, сгорбившись, выпятил живот и вытянул шею. «Эх», — сказал Бакин, — «так бы и шлепнул тебя по подрыльнику». Ракукин икнул, надул щеки и потом осторожно выпустил воздух через ноздри. «Но ты не фрякай», — сказал Бакин Ракукин. Ракукин еще больше вытянул шею и опять быстро-быстро замигал глазами. Бакин сказал: «Если ты, Ракукин, сейчас не перестанешь мигать, я тебе ударю ногой по грудям». Ракукин, чтобы не мигать, скривил челюсти, еще больше вытянул шею и закинул назад голову. «Фу! Какой мерзопакостный у тебя вид!» — сказал Бакин. «Морда, как у курицы, шея синяя, просто гадость!» В это время голова Ракукина закидывалась назад все дальше и дальше, и, наконец, потеряв напряжение, свалилась за спину. «Что за черт?» — воскликнул Бакин. «Это что еще за фокус?» Если посмотреть от Бакина на Ракукина, то можно было подумать, что Ракукин сидит вовсе без головы. Кадык Ракукина торчал вверх. Невольно хотелось думать, что это нос. «Эй, Ракукин!» — сказал Бакин. Ракукин молчал. «Ракукин!» — повторил Бакин. Ракукин не отвечал и продолжал сидеть без движения. «Так», — сказал Бакин, — «подох Ракукин». Бакин перекрестился и на цыпочках вышел из комнаты. Минут 14 спустя
из тела Ракукина вылезла маленькая душа и злобно посмотрела на то место, где недавно сидел Бакин. Но тут из-за шкафа вышла высокая фигура ангела смерти и, взяв за руку ракукинскую душу, повела ее куда-то прямо сквозь дома и стены. Ракукинская душа бежала за ангелом смерти, поминутно злобно оглядываясь. Но вот ангел смерти поддал ходу, и ракукинская душа, подпрыгивая и спотыкаясь, исчезла вдали за поворотом. Спасибо, Чили.